Фу, спокойно. А как... Как сочетать клавиши? Пробел или... Я боюсь, знаете что, если я с разбегу... Ну, сделаю вот это вот, смотрите. Ну-ка, давайте попробуем. Да, может быть, несколько раз надо пробел нажать, чтобы наверняка. Shift, вверх, пробел, как вы думаете? Да куда ты, блин, идиотина? Где я вообще? Что это? Блин, ну дают. И чё я теперь, не понимаю. Трэшовые разработчики. Включить электричество. Дают. Сохранил. Да чё, собака, придумали тоже мне. Ну-ка давай. Вот, бляха, муха, собака. Что происходит? Я же вроде зацепился. Ну-ка еще давай. Все. Шесткач. Наконец-то, блин, вообще, я подскакиваю на стуле, когда... Ёп, а куда дальше-то? Фу, блин, два раза про... это хуже гнезда прыгунов. Так очково вообще. Вы чё, издеваетесь? Руфер какой-то, я не знаю. Одни нервы. Сохранение должно быть на каждом этом. Так. Левее, я сказал. Так. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу. Последний раз я так высоко забирался в первой части этого дайнлайна. Тихо, что происходит? Почему? Куда? Туда, что ли? Вы что, издеваетесь? Нет. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Цепляемся. О, слава, хорошо, что наверху лестница, да? Блин, о, пробел написано. Фу, ну это трешак был какой-то вообще. Сейчас мы быстренько сможем сделать. Зато высоко и далеко, правда. Что-то дальность прорисовки мне, видимо, не самое лучшее. Надо исправить. Наконец-то. Как скриншот сделать, я не знаю. Я забыл. F10, что ли? Ой. Ой, ой. Так, все. Что-то я накосячил. Ну что, как ассасин теперь в мешки прыгаем. А что теперь? Включите свет. Блин, нам ниже нужно спуститься. Аж... Ну ладно, вот тут, допустим. Ящик гребаный. Что тут у нас? Чертеж, чертеж какой-то. Убийственный холод, красавцы. Мне, оказывается, вниз надо было спуститься. Так, давай. Руфер. Самое главное, не прыгни там. Блин, ну че ж такой дебилоид? Я не знаю, куда ты прыгнул? А, нам все равно ниже. Капец, оказывается, не надо было никуда лезть. Ну ладно, все равно классно. Там вид, ящик какой-то, чертежик. Все, безопасная зона разблокирована. Наконец-то, а то у меня уже очко. Так, интересно, как вы думаете? Жалко, сохраняться тут нельзя. Это гигантский минус всей игры. А все, да, спустите в кроличью нору. Я... Теперь это безопасная зона, надеюсь. Я хочу прыгнуть вон в те мешки. Но очко поджимает. Что мне делать, как вы думаете? По сути дела, сохранение было. Да. Я до сих пор не понимаю систему. Это что, желе какое-то? Ассасина и вот это вот, и этих игр. А, наверху, видимо, безопасная зона. Как туда попасть? Трудно сказать. Видимо... А, вот можно было как попасть. Но если будем убегать от прыгунов, сюда... Да, потом. Ну и потом по лестнице наверх. А, отлично, теперь... Блях, там ко мне же спать надо. Ладно, где прыгуны? Вот гнездо прыгунов. Я не понимаю, нахрена... Вот сюда куда-то переть, блин. Я не понимаю. Ну-ка, а если мы, допустим, уберем задание и потом снова его поставим? Опять сюда, блин, я не понимаю. Хорошо, тогда поднимаемся наверх и будем спать. Будем там теребонькать до самого вечера. А теперь, а потом займемся ими. Я не знаю, зачем мне это надо, но может быть... Может быть, мне интересно это задание, я люблю... Трэш такой, потому что я чувствую, что там будет ну, в общем, не очень хорошая ситуация. Так, на этом уровне мы можем поспать, отлично. По-моему, покрывало это сверху изменило свой цвет. Отлично.
Сколько еще времени? Ну, самое то, что. Смотрите-ка, а тут тоже ультрафиолет есть. О! Что такое? Не понимаю, зачем я это делаю. Но... Видимо, нужно. Подожди, а как же мне... А как же мне попасть-то туда? Ёлки-палки. Тачка внизу. Блях ты, муха. Слушайте, а мне как-то объехать надо. А я не хочу по темноте. Смотрите, луна летит. Круто, да? Слушайте, может пешком, как каковы ваши мысли? Давайте, знаете что? Есть идея получше. Все равно машину брать, так ведь? Машина нужна нам. Возьмись, идиотина. Соответственно, нам нужно... Сейчас вам скажу. Значит, берем... забираемся наверх. Так. Там что, город, что ли? Мегаполис. Или мне кажется. Спим. А что это тут надо взять? Гонка. О, тут задание даже можно взять. Снова спим. Еще бы телочку какую-нибудь. Да, слушайте, там реально город. Интересно, а если туда доберусь? Ну, хотя это, наверное, невозможно. Так, снова прыгаем. Теперь берем точилу. Где она? Вот она, наша точила здесь. О, смотрите, фары. Аккумулятор не сел, надеюсь. Так, все, теперь погнали. Здесь, наверное, не проедем. Ну, кто знает, но мне кажется, мы здесь не проедем. Так, тут, походу, тоже. Поэтому объезжаем все это говно. Давай быстрее. Так, а тут что у нас? Тут у нас тоже, наверное. Да, тут тоже. Вот дают, да дают. Какой-то задницы. А, хотя нет, тут нормально можно забраться. Так, отправляемся по этому санью. Дорога эта уже знакомая всем. Да, лично мне знакомо. Потому что я проходил задание здесь. Так, опять желтушник этот. Так, далее каким-то образом нужно попасть. Это что, бандюки, что ли? Каким-то образом нужно попасть сейчас на гору. Я даже знаю, каким. Тут свернуть. Тут же можно свернуть, да. Ну, отлично. Как раз заодно посмотрим, что там. Может быть, мы недалеко находимся уже от этого места, от этого гребаного гнезда. Вот. Вот эта тропинка. Она, наверное, идет прямо как раз к нашему телецентру Останкино. Я думаю, да. Это единственная безопасная зона, где можно послушать новости и спастись от прыгунов. Все. Теперь, извините за такую утомительную говно, да, поэтому мы поднимаемся вверх и спим, что еще сказать. Так. Подъем, подъем, я сказал подъем. Так, опять сохранение, я не понимаю. Вообще мне сказали, что я начинаю с контрольных точек, с каких-то. Так. Ну что же, мы проспали весь день. К тому же идет дождь. Самое время нагрянуться к прыгунам в логово. Я не знаю, правильно ли я делаю то, что отправляюсь ночью. Но мне сказали, что лучше ночью, потому что днем там их слишком много. Так, отлично. Я мазохист. Вот тебе и первый прыгун. Это замечательно. Потому что у нас есть машина. Так, а куда нам надо-то? Блях. А теперь хрен еще найдешь это логово прыгунов. Правильно? Правильно. Оно где-то в горах, наверное. Я не понимаю. Капец. Как до него вообще добраться? Тут что ли как-то объехать? Вот да.
Блин, были бы у меня на тачке ультрафиолетовые. Может быть, есть такая, конечно, функция поставить ультрафиолетную машину. Но хрен знает. О, безопасная зона я вижу, да? Ну, сейчас она мне нужна, наверное. Не, ну она нужна, конечно. Ну да ладно. Так, он за мной бежит. Вот видите, как много. Так, куда... Блях ты, мух, куда-то я не туда. Все, теперь поворачиваем назад. Тихо. Ничего не вижу. Во-во-во-во. Да ёб, чё такой быстрый-то? Эй, как так? А чё он такой быстрый? Да ёб, это как так-то? Капец, вы видали? Вот же скач. Блин, нахрен я это задание взял? Офигеть, да тут горы одни. Как я попаду к ним в логово? Оно вот тут где-то рядом. Но где? Ни хрена не... А, может быть вот здесь? Скорее всего. Капец, тут ничего нет. Офигеть! Жесть какая-то. Охренеть! Капец. Да где это логово-то, блин? Если вас преследует брегун, советую выживать. Выжить из машины максимальную скорость, не съезжайте с дороги и вдавите педаль газ в пол. Ну нафиг это задание его. Вы что, издеваетесь? Где я вообще? А, вот оно что. Они мне наоборот подсказку дали. Смотрите-ка. Так. Да, ну блин, лучше уж маску ночного видения, чем этот фонарь. До рассвета 4 минуты. Капец. А сколько еще времени? 4 часа, типа 4 часа. А что, тут вообще ни одного прыгуна? А что надо сделать? А как я его уничтожу? Ну ладно, сейчас разберемся. У меня слишком много вопросов всегда. Блин, там есть прыгуны, вы посмотрите на них. Вот гады. Так. А, чё? Жалко. Ну ладно, у нас зато вон всякие топоры есть. Капец вообще. Слушайте, а может ультрафиолетовый взять? Да потому что, знаете почему? Потому что с кошкой бесполезно, по-моему. Хотя ультрафиолет тоже бесполезен. Отчасти. Может, это дети там спят, или я не знаю, что. Надеюсь, со слухом у них проблемы. А, подожди. Что за нафиг? Что происходит вообще? Это не прыгуны. Я знаю, что я кэпчик, но... А, смотри, тут даже спать можно. Или что это? Что значит уничтожить, блин? Я не понимаю. До меня реально не доходит. Может быть, убить всех этих монстров? Обычных. Но время у нас, кстати, кончается. Надо... Но зато мы, это значит, что мы сможем скоро выйти на улицу. Может, вот это логово? Может быть, здесь самый трэш сейчас начнется. Кто знает. Че это тут? Прыгуны. Берем косилку. А, это не прыгуны. А, он жив еще. Так, блин, я аж замолк на время. Фу, напрягает. Опа. Обычный зомбичок. Так, что-то там... А, вот смотрите. Что-то все красное какое-то. А что делаем? Берем стрелу. Разрывную. Я надеюсь, я ничего такого плохого не сделал сейчас.
Так. Ты что, ко мне идешь? Я же всех взорвал. Какого хрена? Там быстрее надо работать. Может, это и есть как бы бывшие, то есть начинающие прыгуны? Мне кажется, да. Надо поскорее... Может быть, вот эту штуку уничтожить? Понятно. Кто знает? Вы не знаете случайно? Так, надо разделываться с ними еще скорее. Да кто? Кто? Чех... А, смотрите-ка. Так, срочно. Блёх ты, муха. Ну, ёптить, откуда я начну? Короче, ребят, мы начинаем с непонятного места. Значит, и... Короче, я понял. Чтобы пройти это задание, нужно дождаться ночи, резко поехать вот в эту точку, ну, от ближайшего желательно вот этого пункта, и... И что? А, и там сдохнуть, потому что вы незамеченными вряд ли проберетесь, ну, может быть, но вряд ли, вот. И, короче, вас убивают, и вы после этого возрождаетесь где-то рядом у этих гнезда. Нам нужно сейчас дико торопиться, потому что, как видите, здесь... Я так понимаю, что это такое вообще? Что это? Ну-ка, давай, уйди. Это, видимо, монстры. Что произошло? Вот. Которых надо убить. Я что-то не понял, куда нам дальше? Вот сюда. Здесь куча, наверное, прыгунов. Нет, здесь, наоборот, нету прыгунов, точно. Потому что прыгунов вообще, они какие-то стали другие. По-моему, их сейчас нереально убить. То есть, видите, мне даже написали, до рассвета осталось 4 минуты, и поэтому надо быстрее работать. Здесь даже один прыгун, с ним тяжело справиться. Не то, что уж там, не то, что там несколько. Не то, что уж там несколько, да, вот так. Ни хрена он отлетел, нормально. Че за паркурщик, ну-ка иди сюда. Давай, вали, вали, вали отсюда, вали. Все, что? Так, что там? А, вот, походу, их эпицентр, нет? Или мне кажется... Как он так бежит? Я же его саданул. А, да, смотрите. Ой, что это? Что с ними? Что у них с глазами так что было? А, подожди, они обращаются в этих быстро бегающих тварей. Чё, прыгуны, что ли? Чё за музыка? Капец. Охренеть их тут. Но это не прыгуны, подожди. Да чё я... Надо убивать, я так понял. Подожди. Надо убивать, знаете кого? Сейчас, подожди. Подожди, вот тех надо убивать. Стой, уйди, 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 уйди. Вот, вот этого. Правильно? Да, они все становятся психами. Смотрите, офигеть, жестко, как месим, дико месим. Давай. Я понял, в чем теперь фишка. Вот еще один. Ну что, давай, кортик. У меня кортик. Так, с этим не обязательно же справляться. Кто тут лезет, что ли? Найму. Ну и что дальше? А, дальше надо расправляться. Огонь отстала. Конечно, отстала. Но если сюда сейчас наведуются прыгуны, будет жопа. Все. Ах ты, ёптить. Пошел отсюда. Все, в щи получил. Давай, иди ты. Ты на всякий случай тоже. Ну все же уже, нет? Надо еще одно вот это убить. Давай, иди сюда. Да, все. Еще вот там кто-то, понимаешь, там. Госкопы их тут. Давай, еще, давай.
Но если меня сейчас прыгуны тут достанут, все. Задание провально. Считайте. Да опять, что ж такое-то? Офигеть, это что, прыгуны? Да не-не, я уже не заговариваюсь, только не знаю, что делать. Потому что, блин, 36 секунд. За это время нереально успеть. Все, что ли? А все, мне жопа. А, или нет, или это гнездо очищено? Или все-таки мне жопа, потому что прыгуны сейчас сюда придут. Да не, прыгуны, все, здесь нет логова. Видимо, да ну нафиг, никогда больше не буду это задание выполнять. Что там по сюжету у нас? А хрен знает. Короче, надо починить в любом случае. Блин, ну сохранилка-то была, нет? А чё мне теперь очки ловкости? А теперь мне самая задница выбираться назад, что ли? Подожди, я же починил вроде как, хрен. Не то что-то починил, видимо. А, нельзя починить? Ну, все, значит, забить. Чё там? Кто там шипит, пердит? Ну, в общем, теперь здесь не будет прыгунов. На самом деле, я так очковал. Единственное напряжение идет от того, что я спешил. Да, из-за того, что сейчас вот того и гляди, придут эти прыгуны самые. Потому что, если они придут, может, блин, где я был-то, я уже забыл. Считайте, это... Блин, какого? Почему кошка? Собаки. Чтобы повысить уровень доверия, выполнять задание, уничтожайте гнезда и помогайте попавшим в беду. Вот, смотрите, видите, вы уничтожаете гнезда. Видимо, это свиноматка. Бегуноматка. Великое ограбление. Да, все, наконец. Ну, кстати, смерть в этой игре, знаете, такой прям... Смерть — это путь... это самый близкий путь к новому заданию. Надо, зашибись. Вот, ну короче, предлагаю... Это утро же, да? Да, утро. Вот. Ну ладно, всем пока, в общем.